Играли две команды – ветераны клуба «Спартак Щелково» и ветераны-футболисты Щелковского района. Перед началом матча участники турнира собрали подписи под обращением к районному руководству за присвоение стадиону в селе Образцово имени нашего знаменитого земляка, чемпиона Советского Союза в тройном прыжке Геннадия Бессонова. Для большинства игроков такой турнир – это не только возможность проверить свою нынешнюю спортивную форму, но и повидаться с давними друзьями и коллегами. Турнир памяти щелковских футболистов, традиционный турнир, собирает на поле лучших футболистов Щелковского муниципального района, любителей футбола, тех, кто продолжает играть, тренирует ребят, те, кто любит эту игру за интеллектуальность, за смелость, за характерность. Очень рад увидеть всех ребят, с кем когда-то дружил, с кем когда-то играл. Старых-старых знакомых встретил. Очень рад. Мне все очень нравится. Силы команд были примерно равны, и на каждый гол в одни ворота неизменно следовал забитый мяч в ворота соперников. В итоге основное время матча завершилось с ничейным счетом 3-3. Все решили пенальти. Окончательный результат 4-3 в пользу ветеранов Щелковского района. Команда-победительница получила кубок, а все игроки были награждены памятными медалями. Наша страна великая, наша страна мощная и мощная спортивная держава. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное и с праздником вас! Сергей Дадыко, телерадиокомпания «Щелково».